Ребята, включайте, пожалуйста, перед началом этого видео VPN. Он поможет развитию моего канала, поэтому буду вам за это очень благодарна. Всем доброе утро, друзья. Сегодня я вам хочу показать свое утро, потом показать, куда я пойду. Сегодня будет такой интересный влог, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ну а мы начинаем. Сегодня очень вкусный завтрак, плотный, потому что, видите, у меня тут и перловая каша, и сосиска, и помидорки. Так что кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Сегодня опять обещают 32 градуса, я пойду в чем-то легком таком, знаете. Это вот такая футболка, она очень классная, потому что она полностью с хлопка. Кому интересно, это магазин Твое, там уже, правда, не видно, потому что я ее несколько раз уже стирала, там стерлась. Короче, это магазин Твое, вот такая футболка, мне она очень нравится. Это вот, наверное, одна из немногих футболок, которые в Твое были действительно качественные, ну и стоила она тоже недешево. Именно для магазина Твое, я считаю. И также пойду просто в велосипедках, поэтому все, лук я собрала, сейчас я позавтракаю и поеду. Сейчас я хочу отправиться на Патриаршие пруды, показать это вам. Я там еще не была, вы тоже у меня во влогах этого не видели, поэтому мы с вами сегодня попутешествуем, покажу вам, что интересного. Ехать мне недолго, минут 40, и так что поехали со мной. Сегодня не иду гулять одна, поэтому я вам покажу, что я буду делать. Куда... Так, также показываю, с чем я пойду. Пойду с таким вот ярким канкином, просто удобный рюкзачок. И кладу туда powerbank, потом кладу кошелек, тут у меня карты на скидочные, там Ашан и так далее. Потом кладу вот такую sitpad, на ней удобно сидеть, она получается сюда вот помещается, вот сюда. У меня тут паспорт, также вода, правда, Lemon Fresh, но взяла воду, потому что у меня видели огромную бутыль с водой, и как бы покупать нет смысла, если можно дома вот ее взять. И еще я беру с собой жвачку Orbit, вот такую вот, не фокусируется, вроде сфокусировалась, расческу еще возьму с собой, и все. Смотрите, друзья, я приехала сейчас на станцию Маяковская и пойду сейчас, наверное, в музей, на который я хотела сходить. Наверное, такие вот красота.
Также, друзья, хочу вам посоветовать свой телеграм-канал. Называется он Julia Julie 13. Ссылочка в описании. Подписывайтесь, там много чего интересного. Смотрите, куда я сейчас пришла. Булгаковский дом. Как все выглядит. Памятник истории. Вот, смотрите, куда я пришла. Давай сейчас зайдем. Наверное, работает музей. Посмотрим. Я сейчас пришла в музей, я вам показывала. Купила билет по пушкинской карте, стоит 500 рублей. И вот. Жду, покажу вам. Не знаю, интересно вам будет или нет, но мне просто интересно, потому что это произведение мне очень понравилось, именно Булгакова и несколько произведений, поэтому вот я решила сходить, почему бы нет. И еще по пушкинской карте, поэтому удобно. Так что сейчас жду, там экскурсия через 15 минут начнется. Я думала вообще просто так походить, но, видимо, просто так нет, и есть только экскурсии, и я ее купила. Вот тут, кстати, сейчас вы можете увидеть, это дверь в тайную комнату. Нас туда завели, там прикольно, в принципе, было необычно. И тут кот, который похож на кота Бегемота из «Мастера и Маргарита». Даже кот, прикиньте, в музее есть. И вот, собственно, мы заходим в эту дверь. Народу, конечно, много. Ну, не скажу, что прям очень много, но в целом предостаточно. Хотя экскурсии идут каждые 15 минут, народу все равно много. А тут можно было отправить любое желание, которое ты хочешь, в этот ящик. Я это и сделала. Пришла. Сначала я была в музее, а сейчас я пришла именно квартира 50, которая была в «Мастере Маргарита» в романе. Я думала, что там все, но видите. Вот сейчас иду по подъезду такому. Поднимаюсь сейчас до 50-й квартиры. Смотрите, прям подъезд такой весь просто исписанный. Смотрите, полностью. Тут, конечно, уже поинтереснее. И тут, кстати, люди живут, как я поняла, именно внизу.
Все, я сейчас уже сходила в этот музей. Иду сейчас по улице до Патриарших прудов, наверное. Очень жарко, просто невыносимо. Все, я сейчас уже иду домой. В целом сходила, погуляла, показала вам. Что вообще сказать? Ну, получается, я заплатила, 300 рублей за посещение квартиры и за экскурсию 500 рублей. Все оплатила по пушкинской карте, поэтому получилось в целом нормально. Но не скажу, что мне прям очень понравилось, потому что я ожидала чего-то большего. Не знаю, что сказать еще. Но в целом, в принципе, было прикольно, знаете. Особенно вот в пушкинской карте, это реально классная вещь. Видите, куда я пришла? Я сейчас иду, как говорила, на станцию метро. И по таким живописным, красивым местам. Тут рядом ЦУМ и Большой театр. Я сейчас дальше гуляю. Решила пройти до следующей станции метро. И вот такая красивая улочка. Тут рядом Федеральное собрание, Совет Федерации. И вот такая красивая улочка, тут такая скульптура прикольная, мне нравится. Вот отражение у нее классно выглядит. Тут магазинчики разные. Но мне вроде бы в другую сторону до метро ехать, точнее идти. Я сейчас иду. Видите, кстати, какой видео интересный. Glamart Scrub Peeling для тела с шоколадом. 69 рублей стоит. И есть с медовым пуншем. Не знаю, как взять, хочу взять. Либо вот такой вот. 69 рублей. 49 рублей. Вот такой вот хочу взять. Получается, вот так вот он выглядит. Есть еще разные тут крема. Я хочу взять вот такой вот подарочный набор. Ну, просто он сейчас по скидке стоит 49 рублей. И, в принципе, прикольный. Так что возьму. Ну, вот еще какие тут, смотрите, есть также всякие штуки. Точно такой же, кто смотрит меня, наверное, знает, что у меня точно такой же стоял дома. И я тут нашла в Галамарте, хотя вообще прошлое я заказывала на Wildberries за 250 рублей. Сейчас тут, смотрите, он 79 рублей, он самый последний остался за 79 рублей. Точно такой же, прям как у меня. Я думала другого цвета взять, то есть бежевого, но такого нет. Поэтому возьму вот такой. Он, знаете, пудровый, такой розовый. Но 79 рублей вообще дешево. На Wildberries, конечно, часто ты встречаешь товары, которые много дороже, чем в магазинах. Так что вот такой контейнер взяла. И, в принципе, не знаю, что еще мне надо взять. Вроде ничего больше не нужно. Но я взяла там канцелярию. Сейчас проверим с вами, пробьют мне по этой цене или нет. Вот, еще, смотрите, много контейнеров. Такие вот контейнеры тут есть по 99 рублей. Вот такие, допустим. Не знаю, какой-то еще надо взять. Возможно, контейнер. Вот это сейчас возьму. Точно 11 рублей стоит. Вот такой вот, смотрите. Бежевый. И, возможно, еще какой-то вот такие вот есть вообще контейнеры. Интересно. Вот, и два текстовыделителя. Посмотрим, они должны быть по 47 рублей, точнее, 2 за 47. И вот смотрите, что тут еще есть. Такие вот наборы есть даже. Это блокнотик какой-то, ручка тут. Нет, тут карандашик, линейка и точилка. Стоит этот набор 275 рублей. Получается, можно 2 за 275 рублей купить, как я понимаю. Ну и тут вот тоже разные ручки, но мне это ничего не надо, я это все уже купила, показывала вам. Вот такую салфетку еще надо взять. Смотрите, универсальная, из микрофибры. Берем. Стоит 39 рублей. И больше вроде мне пока ничего не надо еще. А, мне нужны еще, наверное, салфетки вот такие влажные. Удобно, когда есть такая пачка дома. Наверное, возьму ее. Небольшие у меня домашние покупочки. Будет еще много разных покупок, но сейчас вам показала, что сегодня купила в Галамарте. На самом деле в Галамарте в последнее время очень много разных контейнеров-органайзеров, потому что в фикс-прайсе они подорожали, и что-то мне вообще не нравится. Цены, вроде бы вот такой же органайзер стоит сейчас в фикс-прайсе 30 рублей. Поэтому я, конечно, купила его в Галамарте, тем более бежевого цвета, а не всякого там, знаете, яркого, некрасивого, прям вот такие вот нейтральные оттенки. Мне в последнее время тоже нравится, что в Галамарте есть просто вот нейтральные такие контейнеры, а не яркие, супер там, знаете, зеленые, вот как текстовыделители, а спокойных таких тонов. Так, показываю вам, что я еще купила в Галамарте. Смотрите, вот такие вот салфетки. Я их положу в сумку. Обычно беру такие салфеточки всегда как раз таки в сумочке и положу в сумку. Взяла уже для вуза. У меня такие есть пачка, и вот купила уже сразу, чтобы была.
Хотя у меня тут магазин Галамарт возле дома, ну да ладно. Потом купила вот такой водный раствор хлоргексидина. Всегда нужен, всегда пригодится. Потом взяла вот такую ложку зачем-то. Это, смотрите, ложка поварская. Но бывает нужна, поэтому пусть будет дома. И еще купила вот такой скраб-пилинг. Уже попробовала его, то есть аромат ощутила, так сказать. Очень вкусно пахнет, очень-очень вкусно. Крема. Первый получается питательный. Вот такой вот с маслом ши и пантенолом. Второй тоже масло ши и пантенол. Но они, наверное, одинаковые. Ну вот тоже взяла, 49 рублей стоили 2 крема. Так, ну что ж, ужин я приготовила, не супер эстетичный, но на завтра я уже достала курицу. Завтра буду делать курицу с картошкой. Кстати, заходите в мой телеграм, там я часто выкладываю какие-нибудь видео, как я готовлю и так далее. Точнее, выкладываю то, что я ем. У меня салат со свеклой, сыром и сметаной. Тут у меня сосиска и перловая каша. Поэтому сейчас буду уже ужинать. Был влог. Я надеюсь, что вам он понравился. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юля. Всем желаю счастья, любви, добра, до новых встреч и всем пока-пока!